Совсем скоро главный весенний праздник 8 марта. Дарите женщинам цветы. Под таким девизом телеканал «Тверской проспект» и партнеры провели акцию в преддверии Международного женского дня. Как это было, увидите в сюжете с места событий. Волонтеры и механики, журналисты и водители, музыканты и сварщицы, актрисы и крановщицы. Современные женщины сегодня не боятся работы и заняты практически во всех сферах. Но 8 марта все они становятся хрупкими, нежными и немного ранимыми. Хотят провести этот день, конечно, без забот. Я просыпаюсь, лежу медленно, встаю, умываюсь, кофе попью, наверное. Может, мне омлет вкусно приготовят. Ну, а потом все по моему желанию. Марафет, конечно, навести. И, конечно, без домашних хлопот. Подготовиться к весне Наталье поможет наш партнер. Химчистка Magic – это чистка одежды, меха и замши, обуви, сумок, аксессуаров, обновление цвета и окрашивания, мелкий ремонт одежды. Химчистка Magic, телефон 710-560. Детишка, как раз можно будет утюжить. К весне подготовить. Да, спасибо огромное, не ожидал, очень приятно. Но далеко не все мужчины знают, чего хочет женщина. А, кстати, чего она действительно хочет? Я скажу. Но дайте слово, что этого никто больше не узнает. Я клянусь. Это тайна, священная. Священная тайна. Готовы? Да. Точно? Ну, вроде как. Ладно, слушайте. Мы понятия не имеем, чего хотим. Я так и знал. Муж Ирины поступил хитро и отправил девушку по магазинам, чтобы она сама выбрала себе подарок к женскому дню. Действительно, почему бы и нет? Выделил машину, денег, гуляем. Без подарка Мишка Тедди молодую маму тоже не отпустил. Сладкий презент от нашего партнера «Три пирога» придется очень кстати на праздничный стол. Спасибо вам большое, спасибо. До самого цветочного и сладкого праздника всего несколько дней. Пекарня «Три пирога» специально приготовила набор из 4 весенних капкейков, который украсит любой праздничный стол. Будет отличным дополнением к подарку педагогам, сотрудницам и замечательным гостинцам, мамам и бабушкам. Пекарня «Три пирога», проспект Победы, 14, телефон 64-90-90. Мы решили поинтересоваться у современных девушек, о чем же они мечтают. Я мечтаю о путешествиях. Планируешь куда-то поехать в ближайшее время? Надеюсь, но как получится. А хотела Наташа полететь в Китай, но обстановка там не из благоприятных. Тем не менее, наш партнер решил спасти ситуацию. Китайский массаж ты можешь сделать и в Твери. Мы дарим сертификат от нашего партнера, так что скидка и приятное ощущение в праздник. Спасибо большое, спасибо. Чиншо приглашает на остров гармонии, красоты и мира среди шумного города в центр китайского массажа. Там можно оздоровиться, отдохнуть, укрыться от каждодневной суеты, посвятить время себе и своему телу. Выбор услуг центра достаточно обширный, от массажа стоп до иглорефлексотерапии. Любой найдет услугу под свои запросы. Весь март действуют скидки и акции. Кристина пришла в торговый центр, чтобы обновить косметичку. Мужчины, берите на заметку, косметика всегда нужный и желанный подарок. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса. Парфюм приятно удивил и обрадовал девушку. Парфюм, спасибо. Я очень люблю парфюм. Мне очень приятно. Правда, спасибо. Создайте свой новый образ для новой весны с парфюм. Весна 2020 обещает быть яркой и многогранной. 7 марта в парфюм на Трехсвятской 33 для вас пройдет мастер-класс от топового визажиста Твери, на котором вы узнаете о всех трендах в макияже. В этот день вас ждет много сюрпризов. Первый из топ-покупателей получит в подарок бьюти-бэг. Также пройдут сеансы макияжа с 16 до 19 часов. А еще здесь же вы сможете познакомиться с новыми ароматами. Также среди самых востребованных сертификаты на разные виды услуг. Опять же, наш партнер попал прямо в цель. Ася планировала отправиться на курсы по вождению. И тут сюрприз. Ну, я вообще-то пришла подарок купить сестре. А мне подарок получился, да? Приятно. Спасибо большое. Государственный учебный кабинет на Дурмановском дарит всем дамам акцию «Получи права категории Б» всего за 22 тысячи рублей, включая топливо, компьютерный класс и площадка на территории. Телефон 52-25-47, предложение ограничено. 8 марта – это тот день, когда глаза женщины горят по-особенному, уверен Владимир. Для этого он каждый год радует свою супругу приятным презентом. Цветочки, что-нибудь такое, сувенирчик. А наш партнер решил порадовать женщину очень нужным и полезным подарком. Целый пакет кисломолочной продукции от предприятия ЗАО «Калининска». И вот здесь без крепкого мужского плеча, конечно, не обойтись. ЗАО «Калининска» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тверской области по производству высококачественного молока и натуральной молочной продукции. Здесь рождается одна из самых любимых и экологически чистых продукций нашего региона – молоко, прекрасный творог, кефир, сметана, сливки, йогурты. ЗАО «Калининская» – к здоровью со вкусом.
И, конечно, всем прекрасным дамам, которых встретил на пути Мишка Тедди, красная роза от флористического салона «Орхидея». Там всегда свежие цветы и прекрасный сервис. Выражайте эмоции цветами. В преддверии праздника в ТРЦ «Рубин», где и проходила акция нашего телеканала, стало теплее от приятных слов и красивых цветов. А атмосферу помогло задать эвент-агентство детских и семейных праздников Family Party Time. Благодарность наш телеканал выражает его директору Елене Черняевской. Акция нашего телеканала на этом не закончится. Встретить доброго и щедрого Мишку Тедди с подарками тверичанки смогут в ближайшие дни. Следите за анонсами в медиагруппе «Тверской проспект» ВКонтакте.